Первая игра дома особенно волнительная. Продолжить череду побед и подогреть интерес болельщиков на весь сезон – одна из главных целей команды. На своем льду саровчане принимали команду из Княгинино. Первый период был вялым. Сарову удалось забросить одну быструю шайбу в ворота соперника. К каждому матчу готовимся отдельно. Да, у нас есть и просмотры после игр, на следующей неделе будет. Вот, разбираем ошибки. Соответственно, пока еще тяжеловатый, потому что очень поздно встали на лед. Вот, пришлось делать упор больше на физическое состояние. Надо было подтянуть после длительного отпуска. И сейчас потихоньку втягиваемся. И я думаю, с каждой игрой уже будет полегче. Ребята начнут уже понимать больше друг друга. И, соответственно, результат, будет еще лучше. Во втором периоде хоккеисты набрали обороты. Обе команды включились в игру, насыщенную силовыми приемами. Не обошлось без травм. За второй и третий период саровчане забросили 5 шайб. Свои ворота оставили неприкосновенными. Мы в таком ущемленном составе тоже приехали попробовать поиграть. Как бы маленько, да, момент свои не реализовали. Команда Саров, ну, переиграли нас. Тут говорить нечего, это и счет об этом говорит. Ну, хотел отметить, что очень отвратительное судейство, и чтобы федерация, ну, Нижегородская федерация по хоккею, пересмотрела. Ни в коем случае нельзя ставить таких судей, судить высшую лигу. То есть это уже, они как потеряли нить изначальной игры, началась грязь, люди с травмами ломают носы, бьют локтями, то есть удаления за это нету. Сарова, молодцы ребята, большое спасибо за игру, да, были они сегодня сильнее. Будем ждать дома, я думаю, мы им как бы реванш устроим. Итог встречи 6-0 стал настоящим подарком саровчанам к открытию хоккейного сезона. В перерывах в фойе Ледового дворца зрителям подготовили активности в виде аквагрима, игр и фотосессий с символами нашей команды. Болельщики дома – это всегда очень хорошо, здорово, подгоняют. Это им огромное спасибо. Хочется, чтобы они еще лучше подгоняли, чтобы больше было болельщиков на трибунах. Это, соответственно, приносит дополнительный стимул, придает команде. И болельщик – это шестой полевой игрок. Здесь спасибо им огромное за это. 4 ноября в Ледовом дворце пройдет игра ХК «Саров» против принципиального соперника ХК «Старт» из Таншаева. Наши спортсмены усиленно готовятся к матчу и надеются на мощную поддержку горожан. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».